Так, набег на лагерь. Гурок выживший. Попробуем. Где этот скот? Где-то там. Вон. Берем. Набег на лагерь. На лагерь, который командует Гурок выживший, нападают гондорцы. Нападение. Начать. А подробности? Что за подробности? А, че ты боишься? Тебе можно поломать хребет. Сломляет, если скрытно атакует. А, скрытно. Прикольно. Окей. То есть тебе нужно из-под тишка зарезать, как свинью. Я слышал, что если выпить драконьей крови, то ты станешь сверхорком. Если я выпил из лужи драконьей крови. Чё? Блин, а эти не дадут ничего. Солдаты от Минас Итил, avenge your city! Помочь гондорцам умеете. Че там какой-то ад творится? Там кто чё? Сейчас я тебе покажу, как надо. Окей, покажи мне. Так, ну чё, его, по-моему, убивает потихоньку. Хорош. Вот так вот. Гурок выживший был убит в собственном лагере. Отлично. Боевые сводки. Давайте посмотрим боевые сводки. И че тут, че тут у нас? Пацаны воюют. Так. Появился новый капитан. Два убита. Так, а мы пока возьмем награду. Че, ничего качать пока не могу. Ох, какой-то страшный. Так, мне нужно броня. Во. А персонаж что тут? А, навыки могу качнуть. Не буду шуметь, да? Так, вмешаемся в следующий. Набег на лагерь. Ну, стандартная фигня. Набеги. О, нифига себе, удачно-то как его зарезал. Так, какого-нибудь я должен завербовать из этих двух. Тогук непоколебимый.
Ништяков наемный убийца. Та-та-та-та-та-та. Так. Пока не вмешиваемся, пускай друг с другом сражаются. Хотя того могут завалить. Кто такой? Давай, давай. Я вам, чтобы весело было, подсоблю. Давайте, давайте, бейтесь, бейтесь. Нечестно вмешиваться. Не-не-не. Да блин, нет. Что ты творишь-то, ёпперсата? Зачем мы бы Гандорфу заявляться сюда и пытаться перебить всех орков? Бывает дело в одном орке, бывает в сотне. Но чтобы во всех... Сдается... Мне дело в тебе самом. Блин. Одного все-таки убили. Не успел. Собака цепляется за всю херню. Из-за этого бесит. Ну ладно. Ну ты мне пригодишься. Это было через... О, кстати, крутой выжил. Тут лучник, в принципе, не очень был. Кончи свой базар. Давай. Будешь драться за меня. Так, давай вот этого теперь. Давай, ты тоже за меня будешь драться. Ладно, двоих завербовал. Распотроши всех. Так, я все забрал. Ну и ладно. Давайте, пацаны, режьте их. Так, ага. Начать. Вот он. Огненный мародер. Блин, хороший чувак. Гляньте на них. Так и пусть им кровь. Да-да-да. Ты восхищаешь меня, человеческая, так и унизил тебя в прошлый раз, так снова здесь. Неплохо. Блин, тебе еще не хватало. Давай, 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 давай. Во, вот теперь ты будешь служить мне.
Вы можете завербовать этого капитана, поскольку у него слишком высокий... А, вы не можете. Чтобы понизить уровень капитана, жмите 3. Я тебя унижу. Ты опозорен, мразь. Уровень понижен. Так, ты мне пригодишься тоже. Завербовать. Выслужить мне. Давай-ка помогай. Этот парень, которого ты взял в армию, хитрый прощелыга, все выйдет отменный предатель, тебе надо устроить его телохранителем, чтобы было, и давать. Конечно, он же набирает только воинов, которые не свою, и лучше всего для этого подойдет. Бойцовский ямы, с какой стати тот, кто выжил по раунду, заслуживает доверия. Не знаю, но смеется очень потешно. Так, вожди используют бои в бойцовских ямах как ритуал выбора своих телохранителей. Покажите стороннику внедриться во вражескую армию в качестве телохранителя вождя. А, проявив себя в бойцовской яме, он предаст своего хозяина, когда вы сойдетесь с вождем в бою. Случится, ваш шпион нанесет ему удар в спину. Вы также можете призвать своему стороннику в пустующее место в гарнизоне крепости и захватить ключевую точку. Интересно, это как? Так, нажмите ты, чтобы показать вот этому, да? Халк. Так, вождя. Проникнуть. Ну я вот на вот этого пойду, наверное, сначала. Так, отдать приказ Хорхес появить себя в бойцовской яме и стать шпионом. Отлично. Наставник стать шпионом, он должен будет выжить в бойцовской ямах. Вы можете наблюдать за этим, не вмешиваясь. Но вмешиваться в бой нельзя, чтобы не выдать своего сторонника. Ага. Так. О, вот это вот огонь будет. Сюда иду. Еще один гигант не помешает, на самом деле. Где я отметил точку, поставил-то? Так, надо будет каким-то образом гиганта завербовать. Не-не-не-не. Это наш. Вот этого, блин, носорога. Он что-то сильно хорош. Я бы не отказался от него. Огненное мясо, руки, берсерк. Знаешь, всех нас в бою охватывает азарт. Избавить сначала. Убиваем, потом ощеняем. Не перепутайте. Ага. Хотите ли выше? Так. Это вам, пацаны. Подарок. Лично от меня.
Вкуснятина. Его бесит раны. О, нормально. Ты должен сдаться уже. Ты падаль. Так, я пока отступлю. Пацаны, вы тут пока порешайте свои проблемы сами. Во! Ништяк. Завербовать. Теперь ты мой. Красавчик. Так, остаться и сажаться за меня. Боевые сходки нам не интересны. Давай, вот этого. Он вообще слабый. Режем его в лодку. Нормально. Так. Вот этот мне интересен. Набег на лагерь. Давайте поможем пацанам. Заодно посмотрим, что там за новые понабежали. Ты кто такой? Понятно. Пацан, извини, но ты умрешь от своих же. Так, а мы пацанам поможем. Че тут стоишь такой? Все важные. Если ты достанешь Они не знают, что мы здесь. Скоро узнают. Нормально. Шпионы на нас напали, а теперь еще и выход из могилы явился. Ну ладно, мы убьем всех. Не рассчитывать. Вот ты чё? Ладно, Давай уходим, пускай они им занимаются. А мне нужно кого-нибудь похиляться. Все, завалили этого ублюдка. Ну и нормально.
Ну-ка, боевые сводки с полей. Так, один у меня вот этот. Блин, вот этих надо валить. Так, ага. Ну не знаю. Ты, по-моему, вот этого не сможешь завалить. Я тебе помогу. Так, а у тебя кто? Новенький он тот, да? Так, поможем нашим пацанам одержать победу. Так, против этого начать. И этого, если можно, будет завербовать. Астама Объеда. Ядовитый мародер, катитель высший. Блин. Не знаю, о, этот не справится, по-моему. Ну чё, я убью тебя, убью налетчиков, убью всех. Да какой ты жесткий, да? Он жесток. Ах ты, собака меня захватил. О, на собаке не будет поприкольней. Собаке он сдох. Блин, а больше нету. Чем вали, собакена? Пошел вон. Как же последний ужин. Он сбежал. Ах, он тварь. Надо будет его это самое наказать. Ну-ка, что там за боевые сводки? Готов. Да, моих пацанов тут уже так и прилично. Вот этого надо разорвать. Ядовитого не буду. Хотя какой... О, ядовитый. Давай вот этого. Уничтожь. Так-с. Ты... Скак.
Давай вот этого. Так, ну а ты чё? Ты собрался с этим воевать? Ты чё, наркоман, что ли? Так. Так, так, так. Ну, ладно. Давай мне хилочку. Такс, набег на лагерь. Начать. Нужно поддержать наших пацанов. И по возможности завербовать еще одного. Снафу этого. Такие секундовые и нубы. Приходится быть... Чего? Насторожи. Жестко, а потом еще сильнее. Бить их жестко, потом сильнее. Давай присоединяйся к веселью. Мы без боя не сдадимся. Так, мне нужен орк, которого можно выжрать. И да, у меня стрелы закончились. Нет, ты свой. А, во. Давай за меня. Нормально. Давайте посмотрим боевые сводки. Ну-ка, давайте. Чекнем, что тут. Нападает. Секанул. Мугдушитель. Так, вот этого пацана бы покоцать. Вон там они где-то дерутся. Так, ну все, вы тут дальше сражайтесь. Друг с другом, сколько хотите. Так, ну что. Еще подсобим набег на лагерь. Пацанам. Занять вакантные места. Им железная колотушка. But it's their blood, see? Not ours. We've got surprise on our side. Мы застали врасплох. Готовьтесь нанести удар. Consider this your warning to leave. Выбирайся, или я считаю до трех. Ах ты тварь. Привет. Не ждал меня, да? Обязательно драться, можем договориться, сможем сложить оружие и обсудим все. Подожди, нет? Но почему? Почему не может быть? Потому что. На тебе. Ah!
Ступай. Давай, присоединяйся к моей армии. Ну ты трусоват, я тебя на арене выставлю. Так, теперь давайте этим займемся. Вступление. Надо его все равно кончать. Давай. Неплохо. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. О, пацаны сами справятся. Так. Че тут, набег на лагерь? Поможем нашим убить кого-то. Звукособиратель. О! Должен убить какого-то пацана. Ну что, ты разрушитель. Так значит, вам охота проломить пару черепов. Ну а давай, Зука, ты ему мой вообще лучший воин. Я тебя, наверное, сделаю вообще генералом этого города. О, там еще какой-то. А ты не вмешивайся! Отравлен, он сдох от яда. Вот и все. Нехрен было вмешиваться. Давай, за меня будешь. Я изначально хотел, чтобы ты за меня был. Поэтому и ты будешь драться за меня. Все, свободен. Шел он отсюда. Набег на лагерь закончился успешно. Так, я думаю, надо вмешаться еще в поединок. Почему и нет? Оп, и я тут. Притом два разных. И вот я бы их бы завербовать. Этот лагерь самый дрянной из всех, что я видел. А я побывал в тех еще местечках.
А мне нравится их лагерь, даже скажем, так мне нравится лагерь. Что будет вообще происходить-то? Понеслась. Пускай валят друг друга. Потом слабенького мы завербуем. Так, надо уже, по-моему, вмешиваться. Итак, мы встретились на поле боя. Как многие герои до нас, мы докажем свою храбрость на службе наших повелителей, чтобы они могли... That our masters may redraw the map and scrawl their names across the blood-spattered parchment of history. На кровавленном пергаменте. Кончай свой базар. Ты а что, борешься там с другим чуваком? Ты просто мне нужен в отряд. Ах ты, падла. О, ништяк. Первый пошел. Немножко подсобил. И все. Я служу тебе, светлый властелин. Так, тебе нужно этого. Второго-то завербовать надо. Ты надоел мне, человек. Покончим с этим. Надо этих всех валить. Да блин, ты затрахал. Наконец-то все. Теперь ты будешь за меня завербовать. Я твой избранный. Ой, извиняй. Не хотел. Вот так вот еще одного завербовали. Итак, что мы имеем? Одного понизил я, пацана. Теперь тут место пустует. Бывает, бывает. Так, вот этого 32 уровня. Тут какой-то еще перец наверху сидит. Давайте вот этого, наверное. Зука-собиратель. Блин, тебе нихуя хотелось бы тебя потерять на самом деле. Давай ты. Бага. На этого. А я тебя подсаблю немного. Так, кто еще? Ты 33-й. Давай. И тебе я подсоблю. Дальше, 32-й. У тебя никого не осталось? Ну, окей. А, вот этого. Давай. Холза. Ну все. И раскидал я их. Итак, кто у нас есть?
Набег на пост. Вот она новая. Сюда идем. Так, первым делом мы пойдем набег на лагерь. Привет, пацаны. Нате вам. Ужас. Взял и убил. А где она? А, он на. Да, блин, как залезть-то? А, что она не залезть? Так. Так, надо вот этого убить, либо завербовать. Ну, скорее всего, завербую. Этого толстяка. Бешак, смертоносный меч. Так, так, так. Отлично, у нас преимущество. Кто хочет строить небольшую бойню? Я хочу. Давай, давай. И тебе можно вмешаться. Сначала налетчики, а теперь еще и ты. Похоже, мне самому придется очищать Мордор от всякой дряни. Да ты подумай только. А так, все, готов. Все. Сражайся за меня. Отлично. Так, еще один у нас есть в нашей могучей армии. Боевые сводки. Готов. Еще какой-то появился. Так, у тебя еще есть, да, какой-то перец. Так, и у тебя. На тебя мы завалим. 25-й и 32-й. По-любому завалим. Так, а ты давай вот этого. А я тебе помогу. Так, давай-ка. Бака. Бака. Вот этому засаду устроим. Пацану. О, на него куча народу. Так, и все. И он где-то по центру, да? Так, где он тут? Вот это вот битва, да? Откуда ближе? Отсюда поближе будет. Так, точку надо поставить-то. Набег на лагерь. Ну чё, не портайся. Пойду, бро. Останутся. Там же мочится.
Так, ну мне ваши битвы не интересны, пацаны. Мне интересно. Офицеров всяких. Не мешайся. Так, готовить набер на лагерь. Кто-то чего-то. И можно будет его завербовать вас по возможности. Я сказал, что если выпить драконьей крови, то ты станешь сверхорком. Ничего себе. Хочешь драконьей крови выпить? Давай. Быстро и смертоносно. А где он? Я его не вижу. Так. Я думаю, надо подсадить пацанчик. На тебе, нежданчик! Чё мне это делать? Здесь Старк. А, отлично. Вот тут жёстко какая-то хрень происходит. Пацана убили? Что такое происходит? Все мешаются. О, теперь ты будешь служить мне. Нельзя завербовать. Тогда убить его. Все, ушел. Нормально. Подослал к нему двух. Ну и чё? Этого завалили. Какие мы молодцы. Блин, и опять? Ты никому не подчиняйся, да? Так, ну вот этому нужно будет внедрить к нему. Это сейчас сделаем.